самые главные новости этой пятницы узнаете далее из подробностей. Я Алексей Лихман. Добрый вечер. Акционный день. Как в Украине отметили сразу три праздника. Бандитизм или международный теракт? Возле Ивано-Франковского офиса ОБСЕ прогремел взрыв. Наши на чужой дороге. Украинский водитель спровоцировал масштабную аварию в Польше. Приключения львовского мусора. В какую часть страны теперь занесло отходы Западной Украины? И сразу напомню, что подробности сегодня только открывают информационный вечер на Интере. Ровно через час, 21:00, я жду вас в студии ток-шоу «Черное зеркало». Ну а пока к новостям этого дня. Три праздника отмечает сегодня Украина. Христианский, Покров Пресвятой Богородицы и светский, День казачества и День украинской армии. Поздравить с ними тех, кто воюет в АТО, тех, кто уже демобилизован, и тех, кто только собирается связать свою жизнь с военным делом, на Софийскую площадь пришел Петр Порошенко. Главнокомандующий принял присягу первокурсников столичного военного лицея имени Богуна и рассказал о будущем украинской армии. Все подробности расскажет Ирина Романова. В столичной кузне военных кадров лицея имени Богуна сегодня пополнение. Присягнуть на верность украинскому народу собираются 300 первокурсников. Для кого-то это уже вторая клятва, а кто-то парадную форму надел впервые. Какое вообще настроение сегодня? Хорошее. Восхищение легкое такое. Немножко. Якби уже друга клятва в моєму житті, я вже в БРК її приймав. Це вперше перед президентом, нам сказали, що ми будемо прийняти. Так що всі хвилюються. Волнуются дети, волнуются их родители, бабушки и дедушки. Несмотря на холод, поддержать лицеистов в такую ответственную минуту пришли их братья и сестры. На присягу. Да. В нас це третє покоління вже. Дідусь в нього. Наш батько теж був АТО, захищав країну свою. Так що ми вирішили, щоб він захищав свою країну. Бажаю здоров'я, товариші військові ліцеїсти! Ми завжди будемо гідні ратної слави наших пращурів, воїнів Київської Русі, запорозьких козаків, воїнів Другої світової війни, учасників антитерористичної операції. Поздравив ліцеїстів з прийняттям присяги і Днем Защитника України, президент подчеркнув, українська армія за два останніх роки буквально восстала із пепла, і сучасні защитники закаляються в бойових условиях. Ми, українці, не дали загарбницьким планам країни-агресора реалізуватися. І нам, слава Богу, є вже чим зустріти непроханих гостей. І лише протягом поточного року Збройні Сили отримали близько 2000 одиниць озброєння та військової техніки. В следующем году воєнний бюджет составит 64 мільярда гривень, і шесту його часть отдадуть на закупку, а також ремонт техніки і оружия. Уже завтра, пообіцяв президент, він збирається передати в АТО бойові транспортні самоліти, танки, БМП, БТРы и грузовики. А еще встретиться с демобилизованными воинами шестой волны. Только в этом году, по словам Петра Порошенко, контракты подписали 57 тысяч добровольцев. Из тех, кто уже вернулся, создан оперативный резерв в первой очереди. Почти 100 тысяч человек. За 2,5 роки в проведенні чи забезпеченні антитерористичної операції взяли участь близько 280 тисяч українців. 2533 військових загинули, обороняючи Україну від російської агресії. Минута молчания в память о погибших трое. Начальник штаба 25-й бригады Андрей Ткачук, комзвода 51-й бригады Владимир Громотей и комроты 93-й бригады Александр Лавренко сегодня получили звание Героя Украины. Посмертно. Я вітаю всіх захисників України. Особливо хотів би вклонитися нашим жінкам. Лише у військових частинах бойового складу службу проходять близько 10 тисяч жінок. Слова глибокої пошани я висловлюю представникам волонтерського руху та військовим капеланам. Поблагодарил глава государства и родителей лицеистов. Курсантам же пожелал стать достойной сменой тех, кто в эти минуты защищает на Востоке нашу родину. Ирина Романова, Алексей Шматов. Подробности. Телеканал Интер. О чем еще говорил сегодня президент на Софийской площади, расширенную версию его выступления мы покажем в конце выпуска подробностей.
Не обошел вниманием защитников Украины и премьер-министр Владимир Гройсман сегодня посетил учебный центр ВДВ Вооруженных сил Украины. Рассказал об экономической поддержке армии и сверхсовременном вооружении. И сейчас наше задание – максимальное обеспечение, новая техника, новое оружие. Все то, что даст возможность войну быть эффективным и підвищувати безпеку наших воинов. Масштабные акции, приуроченные ко Дню защитника, прошли практически в каждом областном центре страны. В Днепре на парад вышли несколько тысяч жителей. Военнослужащие вооруженных сил Украины, Нацгвардии и Добробатов проследовали маршем по центру города. На главном проспекте к колонне присоединилась боевая техника. В Запорожье ветераны АТО прошли от Аллеи Славы до Майдана Героев. Завершили шествие митингом и почтили погибших товарищей минутой молчания. В Черновцах парада не было. На театральной площади в центре города установили палатки, где волонтеры проводили мастер-классы для детей, а военные демонстрировали оружие. Сами бойцы говорят, сегодняшний день считают не праздником, а днем памяти тех, кто не вернулся с войны. И в эти минуты в центре столицы продолжается марш нации. Кто участвует в шествии, как все проходит, знает Елена Митясова, моя коллега. Сейчас с нами на прямой связи. Лена, я тебя приветствую и передаю слово. Алексей, добрый вечер. Участие в марше нации приняли сразу несколько праворадикальных организаций. Это правый сектор, гражданский корпус Азова, С-14. Место встречи обозначили монумент «Родина-мать». А это фактически точка старта марша. Отсюда более 5000 активистов с флагами, самодельными факелами, дымовыми шашками отправились пешком в центр столицы, Софиевскую площадь. Как утверждают, все будет тихо, мирно, без эксцессов. Единственное, что хотят показать, это силу единства украинской нации. Приїхали підтримати акцію, пройти, щоб бачили, що ми за вільну Україну, що ми хочемо кращого життя, що ми хочемо миру. Ми хочемо показати єдність нації, єдність народу. Хочемо заявити, що ми є. Отметить, Азов изначально планировал шествие как исключительно праздничное, но в процессе добавили политические нотки. Активисты подхватили риторику министра МВД Авакова. Тот на днях в Фейсбуке раскритиковал президента Франции Франсуа Олланда за высказывание о необходимости проведения выборов на Донбассе. Радикалы, как говорят сами, решили показать зубы. Це хода, щоб не було капітуляції Донбасу, щоб не робили їм статусу, не особливо не було. Щоб показати владі, щоб показати нашій владі, що Україна єдина, і ми не повинні вклонятися тим мінським домовленостям. Шествие, как и обещали радикалы, пока мирное, но в городе правоохранители начеку. Алексей? Спасибо, коллега, за работу. Елена Митясова была с нами на связи из центра столицы. Установившаяся хрупкая тишина в прифронтовом Покровском на Донецком направлении позволила нашим бойцам отметить День защитника Украины с солдатской кашей, песнями и выставкой боевых машин. На торжестве был и мой коллега Геннадий Вивденко. Зенитная установка здесь работает каруселью. У наводчика уже кружится голова. На центральной площади Покровска выставка техники. В центре внимания детей – боевая машина пехоты. Рация пропала! Рация! Здрасте, здрасте! Огонь! Да, очень здорово здесь, класс. Больше всего здесь понравилось лазить внутри, разрешают, показывают, объясняют все. Иван из Тернополя в прошлом году воевал под поселком Луганским. Сегодня с 10 утра на руках поднимает детей на броню и обратно. Тут сотни точно. Дуже багато. Интересно все, хочуть бачити, попробувати. Я раді, що є такі самі патріоти, що хочуть чогось добитися, знати для себе. Для австралійця Эмира это необычно. Пришел сюда с женой, она из Покровска, снимает все и комментирует на мобильник. Мои друзья в Австралии будут спрашивать, что здесь происходит. А я им объясню, эта техника помогает защищаться от пророссийских сепаратистов.
Не надо? Сам. Сам? Да. Что, я маленькая, да? Стрелковое вооружение также популярно, но некоторые любят и потяжелее. Сейчас как стрельну! Всех желающих угощают солдатскими блюдами. Казаки репетируют боевое шоу с настоящими саблями и булавами. Навіть не очікував такої популярності наших експонатів тут. Дітки граються, дорослим. Стараємося розказати історію. Воєнні з групіровки «Донецьк» уже успіли отримати бойові награди. Землю – це праздник всенародний. Чому? Тому що долю в нашу перемогу, яка буде, я не сумніваюся, вносять і вчителі, і лікарі, і шахтери, і волонтери. Тобто всі, хто не рівнодушний, хто воював за Україну, хто спосібствує, хто просто переживав, хто підтримував морально, діти, які писали письма. У нас останнім тижнем спостерігається затишшя. Однак на інших напрямках, як ви бачите, є активізація. Російські окупаційні війська напряму підпорядковуються Кремлю. Тобто, мабуть, в них є така команда. С утра недалеко от Авдіївки був один, но мощний обстріл з крупного калібру мінометів і гранатометів. А на Покровській площаді вечором буде фейерверк. Отсюда до лінії фронту 40 кілометрів. Геннадій Вівденко, Вадим Рівун, Руслан Терентьєв. Подробності телеканал «Інтер» із Донецької області. Российские судебные приставы внезапно сняли запрет на выезд из страны для адвоката Марка Фейгина. Напомню, вчера его не допустили на рейс в Вильнюс в московском аэропорту Шереметьево. Мотивировали якобы невыплаченными штрафами, в частности, за превышение скорости на дорогах. В столицу Литвы защитник ехал для участия в мероприятиях, посвященных украинским политзаключенным. Собирался обсуждать дело Романа Сущенко. По нему, кстати, уже 17 октября российское ФСБ намеревается провести первые следственные действия. Я считаю, что это связано с тем, что они, в общем, не очень хотят, чтобы дело так называемого шпиона Сущенко приобрело политический размах. Они не хотят, чтобы его назначили политзаключенным, ну, дали ему статус политзаключенного. Я считаю, что они прекрасно осведомлены о моих связях за границей с международными правозащитными организациями, неправительственными организациями. Они не хотят, чтобы я туда поехал. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Міятович по итогам четырехдневного визита в Украину призвала власть активизировать усилия, чтобы положить конец безнаказанности за преступления против журналистов. Об этом сообщается на сайте организации. По словам Міятович, для нее приоритетными остаются вопросы о задержанном в Москве журналисте Романе Сущенко и Николае Семене, который находится под домашним арестом в Крыму. Беспокоит представителя ОБСЕ и до сих пор не раскрытое убийство украинских журналистов. Также она сообщила, что получает все больше сообщений об угрозах в адрес представителей масс-медиа, особенно тех, кто участвует в журналистских расследованиях. Напомню, на этой неделе с Дуней Міятович встречалось и руководство редакции «Подробностей». Передали записи с камер видеонаблюдения, где зафиксированы и лица нападавших, и сам поджог здания. Нападение на нашу телестудию Міятович осуждает и настаивает на скорейшем завершении расследования. Напомню, обеспокоенность фактами давления на независимые СМИ и оппозицию в Украине выразила и Парламентская ассамблея Совета Европы. В ее резолюции, в частности, содержится призыв соблюдать международные демократические стандарты, включая плюрализм в медиа и существование независимой политической оппозиции. Также ПАСЕ, напомню, призывает украинские власти позитивно рассмотреть рекомендации Венецианской комиссии и внести правки в закон о люстрации. Кстати, правки к этому закону Украина до сих пор не предоставила. Об этом подробностям сообщил президент Венецианской комиссии Джани Букікіо. Напомню, в конце прошлого года венецианка огласила свой окончательный вердикт, посоветовав закон о люстрации немедленно переписать. Сейчас в Венеции проходит очередное заседание комиссии, где также рассмотрят и закон Украины о мирных собраниях. Больше в сюжете. Без Украины. Скандальный закон о люстрации в Украине больше не в повестке дня Венецианской комиссии. Еще в конце прошлого года лучшие европейские юристы окончательно раскритиковали документ, заявив, что он не соответствует нормам европейского права. Тогда же министр юстиции Павел Петренко и глава люстрационного департамента Татьяна Казаченко обещали в кратчайшие сроки подготовить правки. Однако с тех пор главные украинские люстраторы в Венецию больше не пожаловали. Вы знаете, что мы сделали свои выводы касательно закона о люстрации в Украине, рекомендации, как его исправить, но до сих пор мы не увидели ничего из обещанных правок. Украинские делегаты обещали предоставить правки в течение месяца, но уже прошел год, и их до сих пор нет. Да, именно так. Мы рекомендовали исправить закон и прислать нам новый вариант, но имеем, что имеем. Пока что мы не видели ничего.
Украинскую люстрацию в Венеции резко раскритиковали, заявив, что в таком виде документ не европейский и нарушает права человека. Тогда же советовали действия закона немедленно приостановить. В первую очередь мы настоятельно рекомендовали изменить закон так, чтобы вину каждого нужно было доказать в каждом отдельном случае. И я бы не называла это виной, а скорее угрозой для государства. Мы также рекомендовали поручить люстрацию отдельному от Министерства юстиции органу, который бы занимался исключительно люстрацией. Закон о люстрации не последний украинский документ, который следовало бы тщательно изучить европейским юристам, уверен представитель Украины в Венецианской комиссии Владимир Пилипенко. По его словам, стоило бы направить сюда на рассмотрение и принятый в первом чтении закон о спецконфискации, вызвавший немало критики. По мнению многих юристов, если документ примут, это даст возможность правоохранителям изымать имущество практически у любого украинца без решения суда. Даний законопроект в тій редакції, в якій його пропонують, він не відповідає аналогічним законам, які діють у країнах членів Ради Європи. У тих редакціях, яких пропонують спецконфіскацію українська влада, фактично до будь-кого в Україні можна застосувати спецконфіскацію. І в даному випадку це є велике поле для корупції і для порушення, безперечно, що прав людини. Яка може бути процедура спецконфіскації, коли в Україні не є реформована правоохоронна система? Здесь же, в Венеции, оказался бы и закон о презумпции правоты полицейских, уверены юристы. Но пока что на повестке дня Венецианской комиссии еще один важный для Украины законопроект о свободе мирных собраний. Ведь украинские суды, разрешая или запрещая митинги и акции, до сих пор пользуются старыми, еще советскими нормами. Как оценят новый документ, тоже вызвавший немало критики, узнаем завтра. Из Венеции Алексей Пшемыский, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер. 12 украинцев пострадали в ДТП в Польше. Авария произошла на рассвете возле города Конин в Великопольском воеводстве. 27-летний украинец за рулем микроавтобуса выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с легковой машиной, в которой было двое поляков. В микроавтобусе, рассчитанном на 9 человек, ехали 12. Водителю грозит от 3 до 10 лет тюрьмы. В результате инцидента все участники движения получили травмы. 14 человек, 12 украинцев из буса и двух поляков разместили в 3 ближайших больницах. Их жизни ничего не угрожает, но у некоторых серьезные травмы. Зараз іде розслідування цього ДТП, встановлюються винуватці його, все-таки це тільки попередні інформації. Лише після того, як будуть зроблені висновки, можна буде говорити про те, яким буде покарання. Приключения львовского мусора продолжаются. Он уже побывал в Днепропетровской и Киевской областях, под Хмельницким и даже под Николаевом. И вот теперь его обнаружили в Черкасской области. Накануне фура со львовскими номерами сбросила отходы на городской свалке Канева. И уже традиционно ночью, без каких-либо разрешений от местных властей. В самом Каневе опасаются, что это была лишь разведка боем, и война со львовским мусором еще впереди. Каневская свалка находится от города всего в 7 километрах. Но найти ее без провожатого крайне сложно. Правда, львовским коммунальщикам это, похоже, удалось. В ночь 9 на 10 октября сюда заехала 30-тонная львовская фура для того, чтобы разгрузиться. Работали беспрепятственно. Ночью свалка не охраняется. Работник полигона показывает место, где фура сыпала отходы. В основном это были листья и бытовой мусор, около 30 тонн. Говорит, грузовик сопровождала легковая машина. О неизвестном транспорте каневским коммунальщикам тут же сообщили местные бездомные, перебирающие здесь мусор. Наверное, заезжали, дивились, что немає охраны ночью. Это о котрій годині десь приблизно? Чи 8, вже ні, чи 8, чи 9, вже ніч. Выяснить происхождение нелегального мусора не составило труда. Директор коммунального предприятия показывает вещественные доказательства. Чеки магазинов, обрывки накладных, школьные тетради. И все они из Львова. По ним можно установить, откуда прибыло это, эти отходы. Вот. Место указано. Львів, да? Да, место Львів. То же самое место Львів. Все обривок там всякої тетрадки дитини. Теж можна подивитися в інтернеті, школа львовська. В Кані...
Тетеревской мэрии полагают, что этот презент львовских коммунальщиков отнюдь не последний. Скорее всего, первая машина была разведывательной, проверяла обстановку, заметят их вылазку или нет. Но Каневу и без Львова свои отходы девать некуда. На этой свалке, лимит которой заканчивается официально через 5 лет, места едва хватает. Таким способом, як це було зроблено, ну, ми вважаємо це неправильно. Хоча б якісь були домовленості, хоча по домовленості ми вряд ли теж би надали змогу вигружати сміття зі Львова на нашому, тому що практично ну, перспектива дуже обмежена у нас. На Канівській свалці вже усилили охрану і збираються ставити камери відеонаблюдення. А от місцеві власті готують запрос в мерію Львова з просьбою об'яснити, чому їх мусор оказався на чужому полігоні. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкасская область. Нелегальная свалка отравляет землю и под Киевом, в Бородянском районе. Мусор свозят туда без документов. Его сортируют нелегалы, а вот владельца и директора и след простыл. При этом по документам полигон должны были закрыть больше 10 лет назад. Возмущенные жители окрестных сел уже несколько дней блокируют въезд на него. Подробнее Александр Пантелеймонов. Эту свалку уже пытались закрыть дважды. Все без толку. Мусор по-прежнему свозит сюда со всех окрестностей. На полигоне работает техника. Общаться рабочие категорически отказываются. Кто владелец свалки, неизвестно. Директора сегодня нет на рабочем месте. И не только сегодня, говорят местные активисты. Они рассказывают историю полигона. Данное сметезвалище должно было быть закрыто еще в 2000 году, згідно розпорядження, первого розпорядження главы райдержадміністрації Дунаєнка. Значит, это розпорядження было не выполнено. Оно по сегодняшний день не є виконаним. Да, сметезвалище стихийно працює. Мусор складируют, присыпают землей и трамбуют. Вот и вся технология. Всего лишь в полукилометре отсюда жилые дома. Грунтовые воды отравлены. Все попадає в ґрунтові води і, на жаль, сьогодні в наш став, який поряд з нами знаходиться, випливає звідти різна нечисть, вода забруднена і те ж саме сьогодні п'ємо всі ми, тому що у нас сьогодні в кожного не глибинні скважини, а на 9-10 метрів. Зараз дуже багато йде у воду. Це будуть і дерматологічні захворювання, це будуть і дихальна система, це буде і неврологічний. Багато захворювань. Дуже багато. Районные власти кормят жителей обещаниями. И на этот раз глава райадміністрації обещает разобраться по телефону. Я в Баленіну, так как мы с вами договорились. Мы собираемся. Есть у вас какие-то предложения конкретные? Изложите их в письменной форме. Я его оформлю, все документально. Позже приезжает полиция и тоже обещает разобраться. Проведемо перевірку і а можемо ми зараз з вами це все зараз з'ясуємо. Не відкладати, а пройдемо. Да. Просять жителі. Да. Територія приватна. Ну вона на даний час на територію все-таки входять патрульні, але на полігоні одні бездомні і без документів. Зовсім немає на дітей, не на вас, так? Туди, там наші. Жители окрестных поселков обещают и дальше блокировать свалку, хотя и тех отходов, которые там есть, уже достаточно, чтобы отравить им жизнь. Александр Пантелеймонов, Андрей Кузнецов, подробности, телеканал Интер. Движение по трассе в одном из самых популярных туристических регионов Турции приостановлено из-за ракетного обстрела. Неизвестные открыли огонь по участку между Кемером и Анталией. Ракеты были выпущены с ближайших холмов. К месту взрывов отправлены машины скорой помощи и полиции. Турецкое агентство «Даган» сообщает, что пострадавших нет. Уже ведется расследование. Не все в Европе готовы к расставанию с Великобританией. Даже сейчас, когда Лондон полным ходом готовится к Брекзиту, в ЕС допускают возможность проигнорировать волеизъявление британцев. Новые страсти по Брекзиту от нашего сапкора в Лондоне Светланы Чернецкой. Европа недвусмысленно намекает, что готова простить Лондону выходку с референдумом и забыть про Брекзит. В противном случае бракоразводный процесс будет сложный. Ни поблажек, ни компромиссов, пообещал председатель Европейского союза Дональд Туск. Либо разорвать отношения полностью и окончательно, либо, еще не поздно, оставить все как есть. В Великобритании сейчас много говорят о мягком Брекзите. То есть надеются покинуть ЕС, сохранив как можно больше европейских привилегий. Отказаться от контроля судов и законодательной регуляции, но, к примеру, остаться на общем бизнес-рынке с выгодной торговлей. Вот только Европе разрыв на условиях Лондона ни к чему.
Всем, кто верит в мягкий Брекзит, я предлагаю простой пример. Купите торт, съешьте его, а потом посмотрите, осталось ли что-то на тарелке. Жесткая правда заключается в том, что Брекзит будет потерей для всех нас. На столе останутся только соль и уксус. На мой взгляд, единственная реальная альтернатива жесткому Брекзиту – это не выходить из ЕС вообще. Даже если сегодня вряд ли кто верит в такую возможность. То есть уже понятно, что переговоры по Брекзиту будут непростыми. Коллега Туска, председатель Европарламента Мартин Шульц, прогнозирует, что Брекзит закончится унижением для обеих сторон. Как часто и бывает при расторжении брака, недопонимание и взаимные оскорбления. А Лондону так и вообще, возможно, придется заниматься сразу двумя разводами. С одной стороны с Европой, а с другой с Шотландией. Бунтующий регион уже переходит от слов к делу. Там подготовили законопроект о проведении нового референдума относительно независимости от Великобритании. Шотландия проголосовала за то, чтобы остаться в ЕС и готова отказаться от 300-летнего союза с Англией в пользу союза европейского. 2 года назад на подобном референдуме шотландцы решили от Великобритании не отделяться. Но теперь, когда их принудительно лишают европейского будущего, не исключено, что многие изменят свое мнение. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Продолжаем подробности. И вот о чем узнаете из второй части выпуска. Дело Майдана. Почему бывшего беркутовца, обвиняемого в расстреле активистов революции, выпустили из СИЗО? Секс-подножка. Добьют ли рейтинг Трампа пикантные скандалы? Одного из бойцов расформированного харьковского «Беркута», задержанных по делу Майдана, отпустили из СИЗО. Теперь Артем Войлоков будет находиться под домашним арестом, сообщил его адвокат. Подозреваемый проходил по двум эпизодам. Расстрел активистов 18 февраля 2014 года и события 20 января на улице Грушевского в Киеве. Тогда с колоннады стадиона Лобановского бойцы «Беркута» сбросили двоих митингующих. Адвокат подозреваемого утверждает, что беркутовцы никого не сбрасывали, а всего лишь задерживали активистов. А сам Войлоков в событиях 18 февраля якобы участия не принимал. В результате суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. Банальное хулиганство или еще одно нападение на офис ОБСЕ? Сегодня ночью в центре Ивано-Франковска прогремел взрыв возле местного представительства миссии наблюдателей. Месяц назад, напомню, там же неизвестные подожгли один из внедорожников ОБСЕ. Связаны ли между собой эти два случая? Пытались выяснить наши корреспонденты. Все произошло вот здесь, на заднем дворе 6-этажного офисного здания. Около часа ночи местные жители услышали сильный взрыв и сразу же вызвали полицию. До чергової частини Івано-Франківського відділу поліції звернулася жителька з повідомленням, що біля 1 години 14 жовтня вона почула вибух. На місце події прибула слідча оперативна група і вибухотехніки. Під час перевірки правоохоронцями було виявлено сліди вибухонебезпечного пристрою. Ймовірно, це була граната РГД-5. Дом, у которого произошел взрыв, расположен в центре Івано-Франковска. На первом этаже здания небольшой ресторан и книжный магазин. А на 4-м и 5-м этажах находились офисы ОБСЕ. Что думают его работники о ночном происшествии, связывают ли взрыв с деятельностью миссии, узнать не удалось. Говорить с нами здесь наотрез отказались. Взрывной волной в соседнем жилом доме выбило почти все окна. Но по данным полиции, никто из жителей не пострадал. Однако жильцы дома, как и сотрудники фирм, не хотят комментировать ночное происшествие. Чесно, нічого не знаю. Хто це ж сказав? Що це сталося? Поняття не маю, чесно. А коли про це дізналися? Я взагалі не знаю, що тут було, до чого, так що... Я думала, що це якийсь жилий будинок, але я не знаю. В прошлом месяце в этом же дворе ночью подожгли внедорожник миссии ОБСЕ. Тогда неизвестный мужчина в капюшоне подошел к автомобилю, оставил на капоте пакет, поджег его и убежал. В полиции пока не видят связи между этим происшествием и взрывом. Главная версия, над которой работают правоохранители – хулиганство. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події, опитують свідків і очевидців, а також встановлюють особу зловмисника. Тобто ми розглядаємо це як звичайний житловий будинок, але чи з діяльністю ОБСЄ слідство не кажуть. Уже вечером на сайте специальной мониторинговой миссии ОБСЕ появилось сообщение. На камерах видеонаблюдения, установленных возле Ивано-Франковского офиса миссии, зафиксирован неизвестный в капюшоне и с фонариком. Он появился на парковке и бросил пакет, после чего прогремел взрыв в 10 метрах от заднего входа в здание. Затем злоумышленник убежал. Ольга Клюева, Жанна Дучак, Зиновий Автонас. Подробности телеканал Интер, Ивано-Франковск.
Украина активно выходит на мировой титановый рынок. Ежегодно в стране производится 12 тысяч тонн этого металла. В каком состоянии отрасль сейчас и каковы ее перспективы в будущем, смотрите далее в сюжете. Самолеты, космические корабли, медицинское оборудование, автомобили, буровые вышки. Везде используется титан. Производят его всего лишь 6 стран, среди которых и Украина. Одно из крупнейших предприятий – Запорожский титано-магниевый комбинат. За год там выпускают более 7 тысяч тонн продукции. Максимальная мощность завода почти в 2 раза больше. Очень показательно, что комбинат начинает продавать свою продукцию на новые рынки. В недавнее время его сертифицировали такие крупные игроки, как китайский Баоти, итальянский Тифаст. В данный момент активно сертифицирует лидер химической отрасли Германии Ивоник. Конкуренция очень жесткая. Вот, рынок, в принципе, достаточно глубоко, он профицитный. И поэтому без частных инвестиций очень была бы высока вероятность полной остановки комбината. После прихода инвестора в 2012-м на предприятии провели модернизацию, полностью поменяли систему управления и наладили контроль качества продукции. За неполных 5 лет комбинат из убыточного стал прибыльным. Государство 2-й год получает дивиденд. За эти 4 года была проделана большая работа. Большая работа была проведена в области менеджмента качества. Были изменены стандарты предприятия. В результате этого завод был сертифицирован по стандартам ЕН-9100, это стандарт авиакосмического и оборонного качества. На днях на завод прибыла группа инженеров немецкого концерна «Эвоник», одного из мировых химических гигантов. Его выручка составляет более 13 миллиардов евро в год. Запорожское предприятие хочет продавать концерну одну из видов своей продукции – тетрахлорид титана. Мы рады, что к нам приехали наши немецкие партнеры, будут заключены соответствующие контракты, и мы выйдем на европейский рынок с тетрахлоридом титана. Это сырье для получения титана губчатого, которое используется на нашем предприятии. Также это сырье для химической промышленности, для производства многих видов продукции. Эксперты говорят, у Украины на этом рынке есть ряд преимуществ. Удобное географическое расположение и собственные запасы ильменитовой руды. Титановая отрасль – одна из тех, где Украина конкурирует с такими странами, как Китай, Япония и Америка. И у страны при наличии такого инвестора, как Групп ДФ, есть все шансы завоевать место в мировом титановом клубе. Александр Котов, Борис Шелин. Подробности, телеканал Интер. 5,5 миллиона французов вчера в прямом эфире смотрели праймерис республиканцев. На манеже все те же. 7 политиков, которые еще недавно были у власти под началом Николя Саргози. Но вот сегодня они, воинствующие оппозиционеры и соперники, сражаются за право представлять республиканскую партию на выборах 2017 года. Посмотрела эти дебаты и София Гордиенко. Это должен был быть такой себе словесный бокс, где, как говаривал Мухаммед Али, надо порхать как бабочка и жалить как пчела. Но все усложнилось тем, что сражались свои против своих. Особо не ужалишь. Порхать тоже было неудобно. Кандидатов поставили за пюпитры и ограничили во времени. Пришлось всецело отдаться риторике. И первым делом присутствующие стали дружно пинать призрак Франсуа Олланда. Я спрашиваю себя, сколько еще Франсуа Олланд будет уничтожать и втаптывать в грязь институт президентства? Это позор. Я понял, что президент Французской республики не только неэффективен, но к тому же манипулятор. Франция падает все глубже, наша политическая система находится на последнем издыхании. Чудо, что страна еще держится на плаву. И что ее держит? Да только вы. Риторика не нова, мол, еще чуть-чуть, и страна провалится в пропасть исламизма, хаоса и безработицы. А вот друг друга критиковать кандидатам было не с руки. Как-никак, в 2007-м они все были у власти под началом Саркози. Бить соперника в данном случае – это подвергнуть критике и свою репутацию. Натали Костюшко-Моризе возглавляла экологическое ведомство, мсье Фион был премьер-министром, Ален Жупе – министром иностранных дел. Сегодня он мэр Бордо, но навыки дипломата не растерял. Меньше критиковал, больше предлагал. Снизить уровень безработицы можно. Давайте будем откровенны. Большинство безработных ищут работу. Но есть и такие, которые просто используют систему. И я предлагаю конкретные шаги по выявлению таковых. Опросы показали, Жупе пока нравится избирателям больше других. Ему отдают предпочтение мужчины, люди старшего возраста и работники интеллектуального труда. Тогда как Саркози – лишь дамы и фермеры. Хотя до конца ноября, когда стартует праймерис правых, многое еще может поменяться. Как это было, например, в 2012-м, когда коллег социалистов на внутрипартийных выборах обошел Франсуа Олланд. Кстати, по оценке экспертов в тот раз, дебаты были поострее и повеселее.
София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер». Ищите женщину. В США демократы, похоже, нашли самый эффективный способ забрать голоса у Дональда Трампа. Скандалы со слабым полом. Даже сама Хиллари Клинтон теперь говорит, что пострадала от его неджентльменского поведения. Как скандал повлиял на рейтинги? Обо всем этом из Вашингтона наш корреспондент Дмитрий Анопченко. На протяжении всей этой кампании казалось, что скандалы не приносят Трампу особого вреда. Он ведь даже в политике живет и действует по законам шоу-бизнеса. А значит, громкие обвинения лишь привлекали к нему внимание и давали лишний повод оказаться на телевидении. Но сейчас демократы, похоже, нашли его слабое место. Женщины. «Все мы этим оскорблены», — заявляет теперь Мишель Обама. И находит отклик. Ведь неважно, за республиканцев ты или за демократов, женская солидарность часто не знает политических границ. «Это позорные комментарии о наших телах. Это неуважение наших амбиций и интеллекта. Это вера в то, что ты можешь делать что угодно с женщиной. Это так бессердечно». Стоит только Трампу открыть рот, и он доказывает, что не годится для должности президента, усилил натиск сам Барак Обама. Демократы действительно задействовали тяжелую артиллерию. Впервые после начала скандала действующий президент, который до этого даже заявлений не делал, обрушился на Трампа публично. «Кто-то каждый день, каждый раз, когда он только начинает говорить, доказывает, что не годится, недостаточно квалифицирован для этой должности». Масло в огонь подлила и сама Хиллари Клинтон. Вся пресса сегодня пестрит заголовками. Все цитируют ее фразу, мол, Трамп преследовал меня во время дебатов. Миссис Клинтон действительно так сказала, но выражение было все-таки образным. Оказалось, политик просто говорила о том, насколько неуютно чувствовала себя на сцене во время теледуэли в прямом эфире. «Он пытался доминировать и буквально преследовал меня на сцене. Я все время чувствовала его присутствие сзади и думала, эй, это так странно». Сам Трамп уже выступил с опровержением. Заявил, у него есть весомые доказательства. 4 женщины, заявлявшие о его приставаниях, лгут. И он предъявит их в самое ближайшее время. «Эти жалобы сфабрикованы. Все это чистая выдумка. Этого никогда не было. Эти жалобы абсурдны, нелепы, неправдивы. Противоречат и здравому смыслу, и простой логике». Кому из них теперь поверят избиратели? Это знают только социологи. И вот свежие данные опросов как раз только появились. Причем данные эти весьма противоречивые. Fox News посчитала, что Хиллари оторвалась от Трампа на 4%. Авторитетное агентство Rasmussen Report, которое отслеживает ситуацию в динамике, приводит другие данные. Мол, еще в этот понедельник на фоне скандала Клинтон лидировала с разницей в 7%. После этого действительно опережала соперника на 4 пункта. 43 против 39. Но сегодня, по данным Rasmussen Report, Трамп снова лидирует. Мол, за него 43% опрошенных, за Клинтон 41%. Какой еще скандал теперь изменит расклад сил, предугадать невозможно. Но все тут уверены, он точно будет. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». Таиланд погрузился в траур в связи с кончиной короля Пхумипона Адульядета, находившегося на престоле 70 лет. Власти в Бангкоке объявили о введении официального траура продолжительностью 1 год. Флаги будут приспущены в течение 30 дней, а людей просят воздержаться от увеселительных мероприятий. Туристам советуют относиться с уважением к тайским обычаям и подчиняться местным законам. Великобритания, к примеру, рекомендует своим гражданам по возможности носить в общественных местах темную и сдержанную одежду. Это особенно важно при посещении храмов и королевских дворцов. Не исключено, что время работы баров и ресторанов, а также развлекательных центров может быть сокращено. Зачем японкам виртуальный макияж и где можно увидеть северное сияние? Об этом и не только в нашем международном обзоре. $1000 слишком дорого? Значит, этот соцресурс не для вас. Таков слоган Rich Kids, новой закрытой сети для богатых детей и подростков с абонентской платой в $1000. Но главный нюанс не в оплате за вход. Треть от полученных средств будет переводиться на благотворительность. За счет богачей бедные дети из стран третьего мира смогут получить пищу, начальное образование и медицинскую помощь. Подарок на свадьбу. Настоящей интернет-сенсацией стало видео танца невесты под хиты Бейонси. Зажигательный номер посмотрели 53 миллиона пользователей. Этот безупречный танец канадка Мелисса Малинара посвятила своему жениху, а теперь уже мужу Брайану Ковальски. Сама свадьба прошла во Франции, а вместе с невестой танцевали ее подруги.
Не успели привести себя в порядок – не беда. В Японии придумали виртуальный макияж для женщин, которые ведут переговоры или проходят собеседование через интернет. Идея принадлежит японской косметической компании. Чтобы не тратить собственное время на подготовку, японкам предлагают включить специальную программу. Веб-макияж появится мгновенно. Разработчики утверждают, приложение особенно полезно для женщин, работающих на дому. Удивительная встреча во французском прибрежном городе Борм-ле-Мимоза. Оказывается, когда жители спали, около 10 диких свиней спокойно прогуливались по улицам французского городка. Случайному прохожему удалось запечатлеть животных на центральной улице. Кажется, они вовсе не испугались и спокойно следовали дальше. Северное сияние на днях можно увидеть в городе Рованиеми. Финляндия – одно из лучших мест на планете для наблюдения за необычным явлением. Охотники за северным сиянием приезжают сюда с разных концов света. Это явление трудно предсказать, но некоторые ученые полагают, что больше всего шансов увидеть его в марте и сентябре из-за повышенной солнечной активности. Ну вот таким был сегодняшний день. Сейчас обещанное выступление президента Украины на Софийской площади. Я с вами не прощаюсь. Увидимся через несколько минут в ток-шоу «Черное зеркало». Не переключайтесь, будет интересно и горячо, впрочем, как всегда. Дорогие співвітчизники, 2 роки тому я прийняв рішення відмовитися від хибної традиції відзначати головне військове свято нашої незалежної держави за календарем країни-агресора. І нова дата прижилася напрочуд швидко. Чому? Бо коріння її в давньому святі Покрови, яке особливо глибоко шанувалося нашими пращурами-козаками. Коріння її в коріннях Запорозької Січі та в боївках Української повстанської армії. 14 жовте символізує нерозривний зв'язок усіх поколінь захисників України. День захисників України освятився кров'ю наших воїнів та сльозами матерів. Ми, українці, не дали загарбницьким планам країни-агресора реалізуватися. І не вели, і не ведемо загарбницьких воїн. Споконвіку ми не виступали ніколи в ролі агресора і ніколи не зарилися на чуже. Але і свого не віддамо, і нам, слава Богу, є вже чим зустріти непроханих гостей. Хто до нас з мечем прийде, той від меча і загине. І від щита, яким стали для нас наші Збройні Сили. Вражаючі зміни в їхній силі та якості виявилися можливими завдяки потужній солідарності українців, завдяки мужності і героїзму українських солдат, офіцерів, генералів, добровольців, волонтерів, завдяки силі, волі і духу, патріотизму українських матерів, завдяки трудовому подвигу конструкторів, інженерів, робітників наших оборонних підприємств. І коли дивлюся у вічі нашим воїнам, чую їхні впевнені голоси, бачу, як вправно вони працюють зі зброєю та бойовою технікою, переконуюся, Україна обов'язково переможе. Я вітаю всіх захисників України, які в той чи інший спосіб на передовій чи своєю повсякденною працею забезпечують мир та спокій нашої української держави. Вітаю Збройні Сили України, Національну гвардію, Службу безпеки України, Державну прикордонну службу, Службу зовнішньої розвідки, правоохоронців, інші силові структури. Особливо хотів би вклонитися нашим жінкам. Жінкам, які служать в цих структурах. Лише у військових частинах бойового складу службу проходять близько 10 тисяч жінок. Слова глибокої пошани я висловлюю представникам волонтерського руху та військовим капеланам. Я дякую усім, хто самовідданою ратною працею сприяє зміцненню обороноздатності нашої держави.
справжніми захисниками України є і високомобільні дипломатичні війська, які на міжнародних переговорах всіх рівнів створюють сприятливі умови для політико-дипломатичного врегулювання на Донбасі. І найсвіжіший приклад – злагоджена робота української дипломатії та української делегації народних депутатів Парламентської асамблеї Ради Європи, яка добилася чіткого визнання Росії країною-агресором та включення до резолюції пункту про необхідність продовження санкцій проти Російської Федерації. Це наш спільний успіх проукраїнської міжнародної коаліції народних депутатів України та наших дипломатів. У нормандському форматі та в рамках Мінського процесу наші дипломати тримають переговорну позицію, згідно з якою кроками з політичного врегулювання має передувати абсолютно необхідний, очевидний і беззаперечний процес у безпекових питаннях.